Вітаю вас, ми в прямому ефірі, це студія «Репортер». Мене звуть Григорій Блайда. Сьогодні протягом найближчих 25-30 хвилин говоримо про санкції, а точніше, російський уряд запровадив обмеження проти потужних українських компаній та впливових вітчизняних політиків. До списку потрапили 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб, серед них такі відомі імена, як Арсен Аваков, Арсеній Яценюк, Дмитро Ярош, Олег Тягнибок, Олександр Турчинов, Юлія Тимошенко, син президента України Олексій Порошенко, Андрій Порубій тощо. Серед юридичних осіб в списку санкцій, зокрема, опинився «Автокрас», Харківський тракторний завод, Черкаський Азот, Банк Кредит Дніпро, Фозі Груп та інші. Обговорюємо проблему санкцій, чи вплине це на економіку України або навпаки – на економіку Російської Федерації. Говоримо сьогодні з експертами. Михайло Кацин, політичний експерт. Вітаю вас, Михайло. Добрий вечір. Вадим Шкаровський, голова фракції опозиційного блоку в Одеській облраді. Вадим, вітаю вас. Добрий і Сергій вечір. Веселов, голова міської парторганізації партії «Батьківщина». Вітаю вас, Сергій. Добрий вечір. Чи постраждає Україна від санкцій, точніше, українська економіка або, можливо, політика, як хто вважає? Так звучить наше інтерактивне опитування. Голосуйте наприкінці програми, традиційно підіб'ємо підсумки цього голосування. Також телефонуйте до студії, якщо у вас є питання. Тож, давайте послухаємо, що сказав, власне, прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв з приводу цих санкцій, як він анонсував їх, і перейдемо до обговорення. О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных в Российской Федерации, то есть в запрете вывоза капитала. Ну и, наконец, в-третьих, речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены на Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию. Давайте почнемо з цього по-друге, яке, на мою думку, найбільш цікаве з того, що говорив прем'єр-міністр Росії, про рахунки і капітал українських політиків на території Росії. От в офіційній українській політичній повістці у нас війна з Росією, Росія оголошена країною-агресором, у нас ледь не припинені дипломатичні зв'язки з Росією, але тим часом от проти тих політиків, імена яких я щойно перелічив, такі санкції запроваджуються. Тобто прем'єр-міністр Росії натякає на те, що в цих українських можновладців є економічні, фінансові рахунки і банківські рахунки в російських державних і банківських установах. Про що йдеться? Григорий, вполне возможно, что действительно так, и ряда политиков украинских есть счета в российских банках. Я вам скажу, что я являюсь даже не столько сейчас экспертом, сколько политтехнологом, потому что работаю с рядом политиков на украинском уровне, нашем одесском, и я могу сказать, что зачастую тот публичный имидж, который мы выстраиваем, отличается от реальности, от того, что из себя представляют политики, от их реальной позиции в отношении, собственно, и граждан, и электората, как принято говорить. Это первый момент. Второй момент. В отношении всех этих санкционных списков. Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. И, конечно же, вот это взаимное пикирование, которое происходит и с нашей, и с их стороны, оно вполне ложится в эту конфронтационную логику и служит хорошей пищей как для внутреннего потребления в Российской Федерации, так и внутри нашей страны. Понятно, что сейчас... Политичного, экономичного також. Ну, безусловно. Вы поймите, сейчас мы находимся в предвыборном периоде, когда непонятно еще, кто станет президентом на следующий срок. Далее непонятно, какой будет парламент, какие фракции будут представлены, в каких пропорциях. Пока мы живем в достаточно сложном периоде. И Российская Федерация, она заинтересована в эскалации конфликта, заинтересована во влиянии на внутриукраинский контекст. Давайте вспомним 2009 год. За полгода до выборов президента Украины
Российская Федерация отозвала посла Зурабова до избрания нового президента, тем самым опосредованно давила и оказывала давление, собственно, на избирательный процесс в Украине. Это в традициях Российской Федерации. Сейчас же Российская Федерация будет принимать все меры, которые могут повлиять на исход наших выборов, потому что это достаточно ключевой момент. Для России главное... Послушайте, если Россия пыталась влиять на американские выборы, если Россия пыталась влиять на французские выборы, почему бы ей не влиять на украинские выборы? Наша задача, прежде всего, сосредоточиться на внутренней повестке. Ну, нужно четко понимать, что нельзя играться с будущим страны. Извините, выбирать президентом актера, либо выбирать президента певца, ну, это просто себя не уважать и перечеркнуть будущее для наших поколений. Так, це нам, пересічним українцям і більшості населення України, але йдеться насамперед про санкції стосовно тих, хто десь там наверху. Давайте ось про що. От в даному випадку мені треба зрозуміти, що краще. Отримати, для українських політиків, звісно ж, потрапити до санкцій, таким чином стати офіційним вже ворогом країни-агресора, чи не потрапити до санкцій і отримати таку собі репутацію руки Кремля, так? От, власне, опозиційний блок, жоден з представників опозиційного блоку до цих санкцій не потрапив. Як ви до цього ставитесь? Це перемога чи зрада, як модно зараз казати? Добрый вечер еще раз, уважаемые телезрители. Я считаю, что вот санкции Российской Федерации – это такой информационный бонус в предвыборной борьбе. И судя по тому, как выступал наш президент и говорил, что это такая просто даже награда, я горжусь тем, кто туда попал, в этот список, и за исключением там некоторых людей, все там достаточно уважаемые люди и так дальше. Как он так гордится, я, честно говоря, не понимаю. Сам он туда, конечно, не попал. Говорят, как бы президент не может попасть, потому что, ну, есть определенные там причины по этому вопросу. Но, тем не менее, его предприятия, которые успешно работают в Российской Федерации и в бюджет этой страны платят налоги, тоже не попали. И те его бизнес-партнеры, которые вместе с ним работают с Россией, тоже в этот список не попали. Поэтому я так думаю, что нечему гордиться, это во-первых. Во-вторых, если взять, проанализировать экспорт Украины в Россию, то в 2013 году экспорт Украины в Россию составлял 63 миллиарда гривен. А в 2018 году, то есть в этом году, 59 миллиардов. В 2013 году, я еще раз хочу обратить внимание, у нас был полный Донбасс, а не часть оккупированной территории, у нас был Крым. И с учетом тех территорий составляла разница, она составляет всего, получается, 5 миллиардов гривен. Если с учетом тех территорий, то на сегодняшний день экспорт Украины в Россию составляет больше, чем в 2013 году. Чему мы гордимся? Тому, что идет эскалация конфликта, дальше продолжается. Нет, конечно, это не тот вопрос, на котором нужно было бы как бы заострять внимание. Чем мы гордимся? Гордимся тем, что мы попали в список. Мне кажется, что гордость наша должна состоять в том, чтобы показать уровень жизни населения, а не в том, что ты попал в этот список. От, власне, до вас, пане Сергію, от представники ОПО-блоку вважають, що не треба пишатися тим, що хтось трапив до списку країни, яка є не лише агресором, але, як виявляється, стратегічним економічним партнером, хоча й тіньовим деяких українських політиків. Юлія Тимошенко до списку потрапила. Тобто таке виникає питання, чи свідчить це про те, що в разі перемоги на наступних виборах, на покращення стосунків Росії з Росією з боку Юлії Тимошенко не йтиметься? Як ви вважаєте? І як ви прокоментуєте взагалі потрапляння її до цих списків? Ну, всі, хто в політиці, які вважають события на Донбасі, це агресія Росії проти України і анексію Криму, це нарушение международной договоренности, практически все вот эти политики попали в эти списки. Все, кто там пытается завуалировать и как-то рассказать, что можно там договориться и так далее, они как бы, еще их Россия рассматривает как такую пятую колонну в Украине.
Что касается, я хотел маленькую ремарочку сделать в отношении, держат ли украинские олигархи там, или бизнесмены деньги в российских банках, я считаю, что нет. Потому что все украинские бизнесмены держат банки в офшорных счетах. И главный у нас держатель этих счетов — это Петр Алексеевич Порошенко. Мы знаем его панамские офшоры и остальное тоже. Поэтому не думаю, что... Дело в том, что российская экономика, российская банковская система, она очень, очень кризисная и очень такая неблагонадежная. Поэтому держать деньги в таких банках, как российские, думаю, что не каждый отважится. Тому те, що говорив прем'єр-міністр Росії, це ви схильні не довіряти цим словам і вважати їх за маніпуляцію? Про те, що власне санкції стосуються тих, хто тримає рахунки на території Росії? Мне не хотелось бы комментировать слова Медведева. Это мое отношение к тому, что держат ли наши бизнесмены деньги в российских банках. Я считаю, что не держат. Они держат в основном в офшорах. И это мы все видим, мы это все знаем. Что касается товарооборота, да, действительно ударит по экономике Украины, причем очень сильно, и дальше будет скатываться к дефолту. А что касается моего видения этой ситуации, я, конечно, категорически против эскалации конфликта, эскалации напряженности между двумя странами. Все страны стремятся к добрососедским отношениям, и об этом Юлия Владимировна говорила в своем выступлении, о том, что мы наладим отношения со всеми странами, в том числе и с Россией. Ну, у нас там есть еще такие оппоненты, которые там пытаются эскалацию тоже там поддерживать. Это Венгрия и так далее. И Румыния, в частности. Поэтому должен быть президент или руководитель государства очень сильный и такой переговорщик, который может договориться с странами и найти те условия, которые будут выгодны, взаимовыгодны всем странам. Я думаю, что Юлия Владимировна справится с этой задачей. Она на форуме «Стратегия мира» говорила об этом. Я думаю, что за этим будущим. Но что опасно и что я хотел подчеркнуть. Значит, 4 года мы говорим о том, что вот-вот прекратится война. Наш гарант говорит о том, что 10 дней, то что там он гарантировал окончание войны. 4 года война идет. И вот эти вот санкции, которые введены, это есть один из показателей возрастания напряженности между государствами. То есть, если мы посмотрим, как развиваются все конфликты и к чему они приводят, то мы видим, что это идет уже подготовка к, в том числе, и возможному вооруженному вторжению со стороны России. Потому что все эти санкции, они показывают о том, что стороны не могут договориться. И каждый следующий шаг в этих отношениях ведет к дальнейшей эскалации напряженности. Чому тоді, на ваш погляд, зважаючи на те, що Юлія Володимирівна має таку досить помірковану політику щодо стосунків з Росією, порівняно помірковану, мабуть, не агресивно, чому тоді вона потрапляє до санкційного списку, а президент Петро Порошенко, який веде зараз і, зокрема, неоголошену передвиборчу кампанію, застосовуючи військові такі гасла, досить агресивні стосовно країни-агресора, але він не потрапляє до цих списків? Ну, это действительно очень странно, и многие задаются вопросом, почему ни президент, ни премьер-министр наши не попадают в эти списки, а попадают те люди, которые последовательно отстаивают политику Украины на международной арене. И думаю, что это есть показатель, яркий показатель того, что Юлия Владимировна действительно является тем политиком, который отстаивает вот, прежде всего международные договоренности, международные отношения, то, что соответствует мировому порядку. Михайло, бачу, не згоден з якимось твердженнями. Знаете, Григорий, я вот так подумал, мы живем, вот вообще у нас украинцы любят теории тайных заговоров. В том мы все дружно рассматривали тайные списки и черную бухгалтерию партии регионов, то мы сейчас рассматриваем списки санкционной Российской Федерации и так далее. А что, если я по-другому поставлю вопрос? А вдруг те, кто как раз, часть тех, кто попал в списки санкционные, они являются тайными агентами? А может быть так? А может быть не так? Вы понимаете? Но вот мы сейчас
пускаемся в такую риторику, которая нас ни к чему хорошему не приведет. И поверьте, это вовсе даже и не шутка. Почему? Потому что она приведет к конфликту в нашей стране, когда люди в рамках избирательной кампании будут использовать эти санкционные списки для того, чтобы разжечь ситуацию с целью получить какие-то дополнительные выгоды, что нужно Российской Федерации, которая является агрессором и которая фактически оккупировала значительную часть нашей территории. Но это выгодно Российской Федерации. Вы поймите, вот этот дискурс, когда мы будем искать врагов внутри себя, это является как раз то, что нужно Российской Федерации, когда все будут показывать пальцем друг друга. Але як зараз обов'язково дам вам слово, але як представник ЗМІ я маю підкинути, мабуть, вогню до цієї топки і до власне цієї теорії змови. Я процитую Ігоря Коломойського, який прокоментував санкції. Мені здається, що цей список редагувався на Банковій, тобто в адміністрації президента, сказав олігарх. До редакційної колегії, яка працювала з цим списком, входять Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, це найближчі оточення президента, а листоношею працював Медведчук. Порошенко особисто викреслив мене, Ігоря Коломойська, давнього ворога Путіна, зі списку, щоб показати нашим американським партнерам, що я нібито став агентом Кремля. Коломойський також звернув увагу на те, що в список потрапив особисто Віктор Пінчук і багато його активів. На мій погляд, це викликано тим, що відносини Порошенка і Пінчука зіпсувалися, про що говорять регулярні наїзди на адресу останнього з боку Банкової та Інститутської, сказав Коломойський. Ось от така думка існує, я хотів би її обговорити. Можливо, вам, Вадиме, щось є сказати і з цього приводу, і з інших приводів. Да, можна я, якби, може бути, перейду немножко на друге. Смотрите, то, що там в цьому списку є персоналі і лічності, різні при тому лічності. Для простого народу, який нас зараз смотрит, їм все одно, хто тут в цей список попал. Один, другой или третий, там, они так думают, ну попал, да и попал. Что простому народу с этого? Другому проблема, мне кажется, нужно рассматривать все с экономической точки зрения. В этот список попали предприятия, которые на сегодняшний день еще более-менее живые в Украине. И как-то там теплятся и производят какую-то продукцию. Это Харьковский тракторный, вы назвали, завод. Это Автокрас, это Азот, это горнообогатительные комбинаты, Укрспирт. Это те предприятия, которые дают людям работу, которые наполняют наш бюджет и на которые там опирается наша экономика. Для чего эти предприятия, кому-то они нужны в Европе? Особенно Харьковский тракторный завод, который трактора уже там даже не сегодняшний день, и не вчерашний, и не позавчерашний. Эти товары, они нужны именно на том рынке, который восточный рынок. Это Восток, где еще могут покупать. Мы их просто вычеркнули. Сейчас эти предприятия начнут потихонечку закрываться. Начнут рабочие места сокращаться. Нам, для людей, это самое тяжелое. А не то, что там кто-то попал с этих руководителей в этот список. Дальше. Мне кажется, как на мою точку зрения, Россия для себя очищает рынки. Восточная Европа очищает рынок для своих товаров. И им все равно там, кто с этих, опять же, людей, будут они в Россию ездить или не будут, они там смеются, что я никогда не ездил там и не буду ездить. Да и не ездите. Они для себя освобождают рынок и свои товары запустят в ту же Европу. Я вот еще одну секунду отвлекусь. Я вот шел на передачу и случайно там, совершенно случайно посмотрел, Украина не может поставить картошку в Африку. Я думаю, ну, интересная статья, дай посмотрю, что там написано в этой статье. Оказывается, в этом году совершенно тяжелое состояние с картошкой в Европе. Не урожай в этом году картошка, а долгосрочные договора Европы с африканскими странами и с другими странами по поставке картошки, они на грани срыва. Они ищут рынок, откуда можно взять эту картошку. Можно взять в Украине, она дешевая. Но тем не менее, на сегодняшний день наши производители говорят, что мы не можем продать в Африку эту картошку через Европу, потому что ЕС запретил даже транзит нашей картошки через Европу. Так надо думать, куда нам развивать наш рынок, что нам для этих людей. Нужно думать о нашей экономике и развивать ее. Продолжим после телефонного звонка нашего телеведача. Витаю вас, вы в эфире, ставьте свои питания. Як вас звати? Давайте ставте, будь ласка, дуже коротко і лаконічно. Батьківщини. У мене вопрос. І, собственно говоря, даже не вопрос, а утверждение.
Не дай Господь, чтобы у нас стала президентом Юлия Тимошенко. Она подпишет такие декларации, что мы будем платить уже за газ не по 14 гривен, не по 20, а по 30. Дякую вам. Дякую вам за вашу позицію. Зрозуміло, дуже дякую вам за вашу позицію. Ну, ми не 14 зараз платимо, а 8 з копійками. Але, враховуючи анонсоване подорожчання, вже наступного року ціна на газ для населення може зрости до 12 гривень. Це так, просто зауваження до нашого... Це інтрига, звісно. Давайте просто, може, вам є що сказати у відповідь нашому телеглядачу. Ну, трудно переубеждать человека, если он, если его устраивает та ситуация, которая есть. Такая позиция об Ине Юля очень многих устраивает, но то, что творится в стране, не устраивает никого. И поэтому у нас, допустим, появляются новые лица, и когда мы сталкиваемся с новыми лицами, боже мой, а зачем мы выбирали этого человека? А почему мы клюнули на эту пропаганду или на ту риторику, которая ведется перед избирательной кампанией? Почему у нас появляются там певцы, почему у нас появляются боксеры, которые в конечном итоге и угробили нашу экономику и дальше продолжают это делать? Поэтому, если взять период, допустим, там, когда Юлия Владимировна была премьер-министром, мы видели, сколько она делала для простых людей. Трудно мне сейчас убеждать. Самое простое убеждение, пускай возьмут мы, уважаемые наши телезрительницы, платежку и посмотрят, сколько она платила за газ или за коммунальные услуги в 2009 году. Этого будет достаточно для того, чтобы сравнить, что было тогда и что есть сейчас. И ну, не буду говорить о том, что ну, агитировать и так далее. Я просто хочу сказать, что наши сограждане, наши одесситы хотя бы должны посмотреть те лица, которые будут появляться, и посмотреть, кто из них может что сделать. И уже выбирать на основе того, что они увидят, а не на основании эмоций или каких-либо вот этих вот штаммов, которые вбиты в голову вот этой вот черной пропаганды. Дуже дякую вам за позицию. Давайте, власне, про экономику поговорим. Зокрема, людей найбільше цікавить, чи постраждає хтось від цих санкцій, чи то українська, чи російська сторона, і хто саме. Давайте послухаємо думку столичних експертів. Економіст Олексій Плотніков і політичний експерт Руслан Бортник напередодні коментували цю ситуацію. І обговоримо не лише їхню позицію, а й взагалі економічну позицію стосовно санкцій. Россия во внешней торговле Украины занимает почти 12%. Это при том, что Украина во внешней торговле России только 2%. Значит, с этой точки зрения, действительно, у нас сохраняется достаточно жесткая зависимость. Это 87% по антрацитам для ТЭЦ. Это 35% нефтепродуктов из Российской Федерации, плюс 40% нефтепродуктов из Беларуси. А если вводятся санкции, я думаю, что там белорусская сторона должна в какой-то мере их будет поддержать. Я уже не говорю о том, что 70% ядерного топлива по-прежнему российское, несмотря на то, что были какие-то попытки украинской стороны там переходить на американские источники ядерного топлива, но тем не менее. Государство украинское, которое первым вводило санкции в отношении России, оно, мне кажется, сегодня должно озадачиться тем, как оно будет компенсировать производителям товаров и услуг украинским вот эти потери российского рынка. Возможно, стоит создать специальный государственный фонд, потому что эта потеря российского рынка является следствием политики. То есть это не следствие экономической конкуренции, это следствие политики. Ось така політична фахова думка від столичних експертів. Власне, мене цікавить, чи справді постраждають ті, взагалі, скільки зараз підприємств, зокрема,
працюють на російський ринок. Нині актуальна є статистика? От ви перелічували Харківський тракторний завод. Чи експортує він після 2014-2015 років свою продукцію до Росії? І як це відзначиться на роботі цих підприємств? Чи не закриються останні промислові гіганти в Україні після цих заходів? Григорий, я бы вначале хотел отреагировать все-таки на реплики, которые прозвучали до уважаемых экспертов киевских. Все-таки сравнивать стоимость коммунальных услуг десятилетней давности и нынешнюю, я думаю, не совсем корректно, потому что мы спускаемся примерно до сравнения, что было до 1914 года, да, как принято было сравнивать с периодом до Первой мировой войны. Но это примерно то же самое. Давайте четко понимать, что тогда была другая конъюнктура, тогда искусственно сдерживались цены, тогда не проводились те реформы, которые необходимо было проводить. И, кстати, в этом виновата вся в целом политическая элита Украины, которая сознательно не шла на необходимые реформы в течение длительного периода времени. При этом я не говорю о том, что то, что делается сейчас, является реформами. Потому что реформы, они как раз призваны изменить жизнь населения к лучшему. А жизнь населения к лучшему у нас не меняется. Если меняется, то очень медленно. То есть нужно объективно говорить. Что касается влияния санкций на экономическое развитие Украины и на положение украинских предприятий. Вы знаете, сейчас можно, конечно, спускаться в частности. И, знаете, Марк Твен совершенно правильно сказал. There are lies, damn lies and statistics. Существует ложь, чертова ложь и статистика. Можно сколько угодно сыпать статистику, и она, естественно, будет отвечать позиции каждого из экспертов. Нужно говорить в целом о тенденциях. А тенденция следующая. Наши предприятия упорно не хотят перестраиваться под новые рынки. Наши предприятия упорно не хотят... Продолжают торговать с Россией. Правильно, потому что это, с одной стороны, выгодно. С другой стороны, это позволяет им не выходить из зоны комфорта. И я вам хочу сказать, что это большая проблема. Что наличие как раз вот этого российского рынка, который долгое время поглощал всю неконкурентоспособную украинскую продукцию и привела к тому, что у нас не были сформированы сильные экономически современные предприятия, ну, в основном, конечно, нельзя обобщать, но в принципе. И кроме этого, сама структура экономики, и как следствие, структура политической системы, структура правовой системы, поэтому и отстала, и не были проведены реформы, поскольку мы всегда пребывали в этой вот холодной ванне. Ну, а есть возможность торговать не с Россией? Адже в России продукция там большинства украинских предприятий подходит, она традиционно купувала их, и вот такая политическая конъюнктура сейчас склалася, что перестане торговать. А чи потрібна наша продукція Європі, зважаючи на те, що в них є і, власне, економічні локомотиви, такі як Німеччина, Франція, і економічні сировинні такі, не хочу сказати придатки, але держави, які працюють на сировинний ринок, це, власне, такі Румунія, там Польща частково. Чи потрібна їм у цьому списку, у цій стратегії, системі Україна з усіма її проблемами і застарілим, зокрема, виробництвом? Можно я отвечу как бы на ваш вопрос, а заодно прокомментирую Михаила, его выступление. Я скажу, что людям, простым людям, им по барабану, скажем так, мягко, какие там реформы кто там проводил и за счет чего у них платежки в дома были меньше, чем сейчас. Они понимают, что это все то, что они поувеличивали себе заработные платы, поувеличивали себе счета в банке, увеличили в 8 раз свои доходы за один только год, когда люди нищие, боссы и голодные на сегодняшний день. То им все равно, как это производить, лишь бы людям было хорошо. То, что наши заводы и предприятия производят неконкурентоспособные товары на Западе, на западных там, европейских рынках, это да, это действительно так. Но что нам мешает производить эти товары, продавать в Россию там, или, допустим, там, на Восток, в Китай, в Индонезию, куда угодно. И за счет этих денег просто свое производство улучшать, модернизировать. Стимула нет. Вы понимаете, стимула нет. Нет, стимул, если у них нет стимула, тогда их нужно стимулировать и нужно их заставить это производить. А то, что сейчас мы наделали, и мы жили, вы говорите, в 2014 году до революции, то, что было до Первой мировой войны и сравнивается после революции, да. Мы сейчас тоже можем то же самое сравнить. Я вот специально сегодня взял тоже, опять же, посмотрел то, что вы сказали, статистику. Так мы на сегодняшний день занимаем 112 место из 119 возможных в мировом рейтинге по уровню жизни.
это на сегодняшний день. И 131 из 140 в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности. Хотя в 2014 году занимали 78-м. Так мы потеряли рынки на Востоке и начали развиваться? Нет, мы не начали развиваться. Мы все больше и больше идем вниз. Мы спрашивают, говорят, вот мы же идем вперед, развиваем экономику. А все говорят, нужно еще 25 лет, чтобы вернуться к 2013 году, в 2013 году. Так мы не идем вперед, мы просто марафоном бежим, марафонским таким бегом бежим назад. Куда же мы бежим? Тим часом 62% наших телеглядачів вважають, що українська економіка постраждає від санкцій з боку Російської Федерації, і 38%, майже вдвічі менше, наших глядачів вважають, що ніяким чином вони не відзначаться на економіці України. Що ви думаєте, Сергій? Я все-таки думаю, що економіка України постраждає від цього. Она в настоящее время, как мы уже отметили, очень много зависит, зависимость от рынка России и Украины, и поэтому экономика при таких санкциях пострадает. Но я бы хотел ответить на вопрос, который прозвучал. Могут ли украинские товары быть конкурентоспособными на мировых рынках? Могу сказать, что, конечно, будут. Они, если они отвечают европейским стандартам, и если они соответствуют всем нормам, а также выгодные условия создаются для инвестиций, то, конечно, они будут во многих странах, по крайней мере, востребованы. Я хочу привести только один пример. Это нашей соседки Турции. В 1982 году там был военный переворот, а до военного переворота там была такая нищета, ну, соизмерима, может быть, с нашей, там, ну, люди даже не знали, что такое туалетная бумага и так далее. Там в результате военного переворота поставили премьер-министром Тургута Озала, который за короткий промежуток времени вывел Турцию из отсталых стран в развивающиеся страны. То, что мы видим сейчас, Турцию, это вообще небо и земля с тем, что когда-то было. То есть один человек с политикой своей, экономической политикой, а он был экономистом, точно так же, как Юлия Владимировна, кандидат экономических наук. И она во всей программе говорит, как должна развиваться экономика. Один человек перевел страну из нищей в развивающиеся страны. То есть это все зависит от руководителя, это от тех условий, которые он создает в стране для развития экономики. Это условия для привлечения инвестиций. Деньги, они везде имеют одинаковое похождение. Если деньгам выгодно здесь развиваться и умножаться, они будут сюда идти, будут идти потоком. Их надо защитить, эти инвестиции, и не сделать, и убрать вот те условия, которые сейчас есть в нашем быту. Это вот уровень коррупции, который есть. Еще один пример приведу. Есть, допустим, у нас проект создания завода по производству биотоплива в Котовском районе, в Подольском районе ныне. Есть техусловия, есть проектная документация, есть инвестор, который готов инвестировать в производство этого завода, который дает, там, по крайней мере, там, 1500 рабочих мест, дает там, целый комплекс этих условий и возможностей там наши вот эти вот северные районы, которые там депрессивные, их поднять немного. С чем сталкиваются наши люди, которые бьются вот лбом, уже бьются, но последние 10 лет мы ходим там по всем инстанциям и не можем пробить эти возможности этому заводу запуститься. У нас нормы и законы не соответствуют новому чего-то, новаторскому. И для того, чтобы, допустим, принять какое-то условие, мы должны сделать постанову Кабмина, чтобы, допустим, там у нас, потому что биоэтанол такого понятия нету, и в постанову Кабмина просто подсказывает, ну или дает возможность этот норму ввести, для того, чтобы можно было начать строительство, начать производство. Первое. Второе. Для инвестиций нужно сделать дорогу, то есть оборудование, которое должно идти, оно не должно облагаться ни пошлинами, ни налогом, ничем. Наши чиновники что делают? Если им невыгодно и не получают откаты, они эти постановы не принимают.
И таким образом вот, вот этот тормоз на пути инвестиций, развития экономики и так далее приводит к тому, что у нас предприятия, которые еще каким-то образом дышат на латан, они еще работают, потому что там идут откаты и т.д. и т.п. А новое ничего не может быть. Только лишь новый руководитель, который может, понимает, как это должно работать, и который может это обеспечить, ну хотя бы сдвинуть с мертвой точки вот это вот совковое отношение чиновников к чему-то новому, новаторскому, он может хотя бы что-то сделать. Поэтому все зависит от тех условий, которые создаются в стране. И кто может эти условия обеспечить для нормальной работы экономики. Перед тем, як продовжимо підбивати підсумки інтерактиву, хочу звернутися до наших телеглядачів. Ми в ефірі вже півгодини, тому якщо у вас є питання і ви хочете їх поставити до нас, до студії, у нас до студії, до наших спікерів, дзвоніть ближче до початку чи всередині, бо ми вже не просто не встигаємо вас вивести в ефір. Що ви думаєте, Вадиме, обов'язково Михайло потім, що ви думаєте з приводу результатів? Нагадаю, понад 60% наших телеглядачів вважають, що постраждає Україна від санкцій з боку Росії. Я кратко скажу своєму опоненту Сергію Робертовичу, ми давно знайомі. Я так розумію, що вже передвиборна гонка почалась, і реклама своїх кандидатів в президенти теж починається. Від цього нікуди. Да, но я хочу сказати, абонувати. Ніякої інвестиції в нашу країну не буде. Поки в країні буде війна, поки буде хаос, поки буде нинішня власть на війні заробляти і на крові людей далі жирувати, нічого, ніякої не буде інвестиції. І ніхто к нам не прийде і не вложить гроші. Знайдіть таких дураків, которые принесут в эту страну деньги и их украдут. То, что наши зрители говорят, что пострадает, я об этом говорил, пострадают простые люди. Мне по барабану там эти, которые в списке находятся, индивидуумы. А то, что пострадают люди рабочие, на которые работают на тех предприятиях и получают заработную плату, они действительно пострадают. То, что по этим людям, кто-то сегодня в Фейсбуке написал, не помню точно, что наибольше из всех из них, из этого списка, пострадает казак Гаврилюк. Потому что не сможет работать на стройках Российской Федерации. Вот это... Поеду до Польши. Вот эти люди меня никак не интересуют. А именно интересуют люди, которые работяги, которые с этого живут. Михаил, что вы думаете? Да, Григорий, я прежде чем как ответить на ваш вопрос, хотел бы успокоить телезрителей, потому что, может быть, у телезрителей после выступления Сергея сложилось впечатление, что, ну, поскольку было сравнение вот Юлии Тимошенко с премьер-министром Турции, который пришел в результате военного переворота, и, может быть, кто-то из телезрителей подумал, что если Юлия Владимировна не победит на президентских выборах, будет военный переворот, так не надо так думать, никакого военного переворота не будет, и Сергей не имел это в виду. А теперь, отвечая на вопрос, который вы задали, я могу сказать одно, что мы опять спускаемся в частности. А вы поймите, что украинцы просто... вот для украинцев любое изменение, которое сейчас происходит, в том числе санкции, введенные Российской Федерацией, они, конечно же, вводят украинцев в состояние фрустрации, поскольку и в состоянии депрессии. И это можно объяснить, поскольку действительно экономически мы деградируем. При том, что были совершенно сделаны правильные реформы. Мы приблизились к Европейскому Союзу с точки зрения стандартов политических, с точки зрения ценностей. Мы приблизились к Европейскому Союзу. За время президентства Порошенко действительно и Украина получила безвиз и так далее, и в том числе автокефалия. Это, опять же, заслуга президента Порошенко. Но с точки зрения экономики мы деградировали. А экономика бьет по карману каждого гражданина Украины. Это тоже нужно понимать. Поэтому... Подытоживая, что я хочу сказать. Нам нужно сосредоточиться, повторюсь, который эфир, на проведение реформ, на построение правильных экономических, политических и правовых институтов. Вы поймите, если эти институты не будут созданы, мы будем вот собираться с уважаемыми коллегами каждую передачу обсуждать одно и то же. Но время, вы понимаете, мы все больше и больше отдаляемся не просто от западноевропейских стран, а от восточноевропейских стран. Нам уже, вот знаете, уже на горизонте Польша не видна, Венгрия не видна. Хотя мы по потенциалу в 90-м году были намного выше, чем эти страны. Вы поймите, то есть мы действительно, я здесь согласен с коллегой, у нас марафон в обратном направлении. Но нужно отказываться от этого. И в этом смысле украинские политики все, абсолютно всех, всех цветов и так далее, они должны четко
показать реальные программы населению. Хватит замыливать глаза, хватит забалтывать, хватит делать из людей просто, знаете, вот, ну, вот какую-то вот массу ведомую, которую можно вести и так далее. Вот просто 40 лет по пустыне. Нужно четко вот показать свою программу и наконец-то и проводить в жизнь те реформы, которые ждет население. Так, стратегічну програму, взагалі це перед виборами дуже востребовано, бо просто на гаслах, як зараз, зокрема, з боку діючих представників влади, одні лише гасла, одні лише такі загальні фрази, але потім, так, звісно, після цього вже що, хоч поток. З цинічним руководством можна все це зробити, то, о чому ми говорили? Вы знаете, вот, к сожалению, в нынешней ситуации я боюсь, что кто бы ни пришел к власти, результат будет один и тот же. И проблема не в именах и фамилиях. Проблема в системе. У нас неправильно работающая система. Это системные проблемы. Кто делает систему? Так, система, кто вплывает на смену всей системы? Кто зовнит? Кто? Вы знаете, за заходу или за исходу? Вы знаете, я сейчас система. Не вижу, к сожалению, вот просто не вижу ни одного человека, который способен был бы изменить эту систему, поскольку, повторюсь, у нас есть проблемы не только в политическом классе, у нас есть проблемы в обществе. Я не устаю это повторять. Самое главное, это кризис доверия. Пока нету доверия, невозможна реформа, потому что оппозиция будет бояться власти, власть будет бояться, что когда она попадет в оппозицию, на нее будут осуществлены политические гонения. Вы поймите, в этих условиях реформы невозможны, потому что нету доверия, нет общих ценностей, а ценности между властью и оппозицией носят взаимоисключающий характер. Приблизно так закінчується кожна наша програма, на жаль. Сподіваємось на краще. Це як анонс на слід. Дякую вам, так що завітали до нашої студії. Говорили, на наш погляд, дуже цікаву актуальну тему. Ми говорили сьогодні про санкції до українських політиків і економічної сфери з боку Російської Федерації. Дякую, що були з нами. На все добре, щасти.